Белла с Армении, да? Да. Эй. Да, ну я сам родом из Дона, ну из России, живу в Украине, как бы так. Хочу сказать так, мои предки донские казаки были. У нас там в Ростовской области, то и в Украине, где я живу, всегда проживало много армян. Я скажу, вы хорошие очень люди именно. Ничего плохого сказать не могу. И по поводу Азербайджана хочу сказать. Они говорят, что Армении вообще не было. Говорят, Тиграна Великого не было. Которые земли Великой Армении, есть карта даже. Есть Да. исторические данные о Тигране. Это очень древний народ армянский. По-моему, даже вы первые христианство приняли. Да. Да, поэтому друзья есть у меня, да. Смотрите, я хочу сказать, в 2020 году с моим другом одним армянином говорили мы. Ну, мы, конечно, думали тогда, что все-таки еще Карабах останется в Армении тогда. Просто, ну, как бы, ну, тогда еще ж, как бы, Карабах, это же было, Арсах, это же, точнее, правильно так называется. Ну, правильно, исторически, 16-я провинция Великой Армении, или 13-я, я просто не Десятая, помню. десятая, десятая. 10-я, 10-я, да. 10-я, я хочу сказать, ему больше лет, чем всему Азербайджану. Поэтому то, что они говорят, блин, это, блин, поэтому, смотрите, я всегда говорю, свобода Арсаху, потому что это армянская земля, я за вас очень переживаю, Спасибо всегда, блин, большое. и парням ваши, которые там погибли, пускай земля будет царство им небесное. Спасибо большое, Вадим. Атила, успокойся. Я понимаю, что вам не нравится, когда кто-то говорит, что Армения многовековый, тысячелетий. Вам этого не дано. Я у вас все время прошу, да? Покажите хоть что-нибудь азербайджанское, хотя бы 200-летней давности. Я не говорю там про века и тысячелетия, хотя бы 200-летней давности. Хоть кто-нибудь из вас смог показать? Нет. И не покажете никогда в жизни. Я сейчас говорю не про провинцию иранскую Азербайджан, а про вашу страну Азербайджан. Привет. Привет, Джонсон. Привет, привет. Смотрите, однажды такая история. Одному джендыру я говорю, покажи, назови хотя бы героев Великой Отечественной войны азербайджанцев. У меня такой ответ. А можно я назову героев войны 20-го года? Я говорю, идите в Европу, блин, дурак. Ничего А в себе. 20-м году интересно, кто у них герой? Короче, сидит. Камран, Камран у них герой. Да. Это точно. Ребята.